Bugün şu yerde toplaşmamızın sebebi bana 6 ay olacak Baksaray'da 6 tane 6 din kardeşlerimizin kapağan ediler. Onların apelasyon mahkemesi olacak. Buna bir kol tutayık. Yani bizler karşımız ballarımıza kol tutayık deyip buna geldik. Evet bu netice olgan baskının neticesidir. Ve Müslüman olarak, Kırım Tatar olarak bizler özümüzne vazifemizne şu en umağında tilinen, fikirinen, şu bizim olgan hareketimizden tasqılama isteyimiz. Mana 5 ay oldu. 5 aydan müddetinde bizler sutlarga kelemiz mahkemelerine. Mahkemeler ola her vaqt. No aytalar her vaqt kapalı mahkeme. Her türlü mana açık tapıp bizlerini iyi vermeyler. Ve bugün kene şu manada mana keldik ballarga apelyatsiya olacak idi. Ola saat 9'da 10'da bolgiler saatlerin ballarga. Lakin bizler mana bu suuk havada çıkta turamız. Mana açık tapıp iyi vermeyler. Biz yazamız her vaqt ricalar Korushevge razılık bersinler ya da telefonun arkalı laf etmege. Ama bizge her vaqt yasak etiler, atkaz kele. Сегодня 31 января 2024 год. Верховный суд Республики Крым рассматривал апелляционные жалобы на постановление Киевского районного суда о продлении меры пресечения крымским татарам, крымским мусульманам. В отношении моего подзащитного Умерова Аметхана тоже рассматривалась сегодняшняя жалоба. Заседание началось с того, что мы узнали о том, что копии наших жалоб нашим подзащитным не передали, то есть они практически участвовали без тех жалоб, не ознакомившись с жалобами. Отмечу следующие такие примечательные, но уже устоявшиеся практику, да, в судах по этой категории дел в отношении политзаключенных. Мой подзащитный Сейд Умеров Абдульмеджид. Первое судебное заседание прошло в закрытом режиме. Совершенно непонятно, на каком основании закрыто данное судебное заседание. Наши подзащитные не были даже доставлены, выступали по видеосвязи. Вот, закрытое заседание, я считаю, прошло абсолютно необоснованно. Необоснованно не допускают слушателей. И я считаю, что это вообще один из способов давления на наших подзащитных. И я также и сторона защиты обратила внимание на то, что ФСБ предоставляет недостоверные сведения о том, что Хизбут Тахрир является признанной террористической организацией в России, так как с 2005 года действует федеральный закон о противодействии терроризму, который единственный закон, устанавливающий порядок признания организации террористической. И вот в соответствии с этим законом с 2005 года по настоящее время Хизбут Тахрир не признавалась террористической организации. Вот все вышеуказанное, то, что вот сказал мой коллега Эдем Семидляев, и все материалы, и все доводы, обвинения и так далее, указывают лишь на то, что действительной причиной содержания политзаключенных, наших подзащитных в столь строгих условиях в следственном изоляторе является не боязнь ФСБ, что они могут там, как они указывают, скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства, а действительной причиной является оказание на них давления и такой местью за то, что они отказались оговаривать себя, отказались называть себя террористами и отказались других политзаключенных называть террористами и признавать какую-то там вину, да, несуществующую. Вот это является действительно причиной содержания их в следственном изоляторе. Конечно же, Верховный суд Республики Крым не принял доводы защиты и оставил в силе решение Киевского районного суда о продлении стражи нашим подзащитным.